Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сейчас мы начинаем прохождение игры GeForce. Ну и собственно, новая игра. 3, 2, 1. Полетели! Проверка связи. Агент Дарвин, как слышите? Слышу тебя прекрасно, Бен. Отлично, начнем. Я буду следить за тобой во время учебного задания, но всей необходимой информацией тебя будет обеспечивать КПК. Во время оперативной работы он будет важнейшей частью твоего снаряжения. Ну, погнали. Когда будешь готов приступать, иди на выход. Удерживайте кнопку, чтобы найти текущую цель миссии. Ясно. Нажмите кнопку, чтобы подпрыгнуть, затем идите на выход. Нажмите кнопку прыжка, находясь в воздухе, чтобы выполнить двойной прыжок. Затем идите на выход. Как скажете. Нажмите и удерживайте кнопку прыжка, чтобы зависнуть в воздухе, но пока не включайте вертикальное ускорение. Опа. Зависните в воздухе, затем быстро отпустите и снова нажмите кнопку прыжка, чтобы задействовать вертикальное ускорение. Да я уже понял. Оп. Удерживайте кнопку, чтобы прицелиться. Затем нажмите кнопку «Огонь», чтобы сделать выстрел. Есть. Ух ты, ящички. Оп. Давай. Собираем все, что можно. Оп. Хорошо. Снова ящички. Так, все, больше ничего. Вроде бы ничего. Ну, двигаемся на выход. Нажмите кнопку, чтобы атаковать электрохлыстом. Удерживайте кнопку для наведения на врагов. Контрол — это у нас наведение, да? Фу! Ну, испытания проходятся более-менее прилично. Идем дальше. Нажмите кнопку, чтобы выпустить Муча. Муча. Ну давай, Муча. Используйте кнопки подъема и спуска, чтобы Муч летел вверх или вниз. Проведите Муча через вентиляционный люк. Как скажете. Используйте излучатель помех, чтобы открыть дверь. Нажмите кнопку, чтобы... Удерживайте кнопку, чтобы сделать рывок. Е-ху! Муч поможет вам преодолеть эти защитные двери. Да, заклинила дверь. Муч может преодолевать препятствия в режиме замедленного времени. Ух ты. Так, у нас мух — это Нео. Так, нажмите Ctrl. Есть. Включите излучатель помех, чтобы открыть дверь. Нажмите кнопку, удерживайте кнопку, чтобы сделать рывок. Двигаемся. Готово. Нажмите кнопку, чтобы выбрать стабилизатор. Удерживайте кнопку для прицеля. С помощью стабилизатора вы можете сканировать объекты для сбора информации. Дверь закрыта. Направьте указку детектора движения на дверь. Избегайте лазерного луча после того, как он станет красным. Давай. Есть. Ой-ой-ой, это... Вы можете притягивать к себе объекты, удерживая кнопку электрохлыста. Так. Я хочу оттуда собрать все. Уйди. Так, все, больше ничего. Валим. Фу. Вроде все успешно. Так, что, все? Мы все тренировки прошли.
Как скажете. Собираем все, что нам тут могут дать. И уходим. Сохранить игру? Ну, разумеется. Так, особняк Сейберга. О, знакомый чел. Дарвин, ты меня слышишь? Порядок, я на месте. Но охрана выглядит так, будто у них тут вечеринка. Я следую дальше, прямо к точке заброски. Всем оставаться на связи. Так точно. На схеме в дальнем углу сада обозначена водосточная труба. Сообщи, когда установишь визуальный контакт. Да, конечно, животное таким... Не попадайтесь на глаза охране. Следуйте к цели операции. Да, разумеется. Удерживайте кнопку, чтобы найти текущую цель миссии. Да это я уже все знаю. Вот, и животное это вообще... Вы бы смогли поверить в такое, что... Животное может быть спецагентом. Это, конечно, в реальности невозможно, хотя, кто его знает. Мало ли что скрывает правительство. Давай, братюню, уходи. Давай. Молодец. Спокойно проходим мимо. Так, теперь тут. Так, тут нас могут запалить. Надо быть осторожнее. Этот ушел. Ладно, рискнем. Куарес, да, я вижу эту трубу. Готовлюсь к спуску. Я слежу за тобой. Чтобы забраться в трубу, просто подойдите к ней или запрыгните в нее. Но это логично, как бы. Могли бы и не напоминать. Дарвин, воспользуйся реактивным ранцем, чтобы преодолеть ограду. Хотел бы я сам быть на этой операции. Будь у тебя реактивный ранец, мы бы соскребали тебя с потолка. И тебе бы это понравилось. А, дверь закрыта. Нам нужен другой пункт входа. Нашла. Эксплуатационная шахта на крыше. Шлю данные на оперативный компьютер. Ясно. Удерживайте кнопку, чтобы найти текущую. Нажмите и удерживайте кнопку прыжка, чтобы зависнуть в воздухе. Но пока не включайте вертикальное ускорение. Это я уже запомнил. Потому что вертикальное ускорение, мы просто двигаемся вверх. Так. Ну вот, собственно, и все, друзья. На этом моменте я закончил проверять данную игру. Когда тестировал ее перед записью, то что будет дальше, я не знаю. Так что теперь уже я в полном неведении. Хорошо. Используйте электрохлыст, чтобы разрушать объекты. Все путем, Дарвин? Ты уже в особняке? Я внутри. Бластер, Хуарес, какие новости? Двигаюсь к цели. Все как по маслу. Я на позиции, к эвакуации готов. Так, остановить обратный отчет CyberSense. Хорошо. Опа-на. Мне нужно на ту сторону перебраться. Я правильно понял? Сайбер нас всех сегодня на уши поставил, да? Не говори. С такими мерами предосторожности должно быть что-то крупное. Ага, что бы это ни было. Так, ну пока все идет гладко. Надеюсь, так все и будет продолжаться. Оп. Вентиляционные решетки могут быть уничтожены при помощи плазменного ружья. Это я уже нажмите понял. Нажмите кнопку, чтобы взять плазменное ружье. Нажмите кнопку прицела, чтобы перейти в режим стрельбы. Да, я уже сломал ее. Затем нажмите кнопку огонь, чтобы сделать выстрел. Так, теперь самое главное до нее долететь. Давай, давай, дядя.
Фу. О, тупанул слегка. Ну ладно, бывает. Давай. Есть. Хорошо. Очень хорошо. Там внизу никого. Надеюсь, что никого. Контрольная точка.